Добрый день! Сегодня я расскажу вам про новую продукцию Time Trial Air. Это надувной снаряд, представляет собой имитацию бревна. Это надувное акробатическое бревно. Снаряд полностью надувной, безопасный благодаря этому и имеет ряд особенностей. Здесь представлены индивидуальные габариты изделия, сделанные под запросы заказчика. Ширина изделия 0,4 метра, длина изделия 3 метра. И высота материала Air Deck 20 сантиметров. Дорожка оснащена клапаном для накачки, один на короткой стороне дорожки расположен. Ручки для переноски, их 4, на каждом борту по 2 ручки. Таким образом, дорожку легко перемещать, двигать одному человеку, это достаточно удобно во время тренировок. Также у дорожки есть кольца, расположенные по коротким сторонам снаряда. Можете их увидеть. Благодаря этим кольцам можно стыковать с собой несколько дорожек, либо стыковать его вместе с матами или с другими аксессуарами, например, вот с таким матом акробатическим. На дорожке нанесена обязательная разметка, это серединная линия. Вот она здесь изображена, она более темная. Она нанесена для того, чтобы спортсмен во время выполнения элемента мог ориентироваться на нее и выполнять все строго по линии, строго по нормативам выполнения элемента. Дорожка выполнена по инновационной технологии, это ДВФ, высокопрочная ПВХ, выполненная по технологии 3D-волокна, благодаря чему дорожка упругая, она герметичная, у нее нигде нельзя ни за что зацепиться, это очень удобно. В зависимости от веса спортсмена, в зависимости от индивидуальных особенностей и в зависимости от уровня подготовки, данное бревно можно накачать чуть больше или чуть меньше, за счет чего будет регулироваться интенсивность тренировки. Соответственно, чем вы сильнее надуваете бревно, тем тренировка будет интенсивнее. Мы выполняем по индивидуальному запросу брендирование вашей надувной продукции. Соответственно, здесь дорожка забрендирована нашими логотипами на ручках, на короткой стороне и на длинной стороне. Вы можете нанести брендирование в любом месте дорожки, вы можете нанести брендирование по центру, по боковинам, на коротких сторонах, и можно даже задействовать обратную сторону для того, чтобы использовать дорожку с обеих сторон. Это кому как удобно. Спасибо за внимание и следите за нашими новостями на канале YouTube.